из песни слова не выкинешь. И когда тебе на ногу падает молоток, то я сомневаюсь, что вы будете говорить: извините, вы мне раскаленным оловом на ногу капаете, уважаемый гражданин слесарь. Вот, поэтому, ну как, давайте опять-таки все запретим. Ну понятно, что никто никогда на радио в принципе-то и не ругался в основном-то. В телевидении тоже нет, да, хотя в прямые эфиры пытаются какие-то люди пролезть, но которых тоже легко можно вычислить, и все это прекрасно знают. А запрет на использование мата в художественных произведениях, ну давайте, повырезаем все, что можно. А еще использование в интернете, тоже очень романтично, посмотрим, что из этого получится. Давайте кого-нибудь оштрафуем, и все сразу станут заменять слово из трех букв, как это, слово «нет» с тремя ошибками написал, да? Вот, поэтому, не знаю, посмотрим, что получится. Ну, давайте и что-нибудь еще запретим, допустим, ходить без зонта в дождь или что-нибудь еще.